какие груши у нас уже растут. Красненькую вот эту прям. Здесь повыше еще. Большие уже становятся. Ездили мы на кладбище. Всем доброго времени суток. С вами канал Артмани. Забыл поздороваться. Ездили на кладбище. Мы немножко дорогу поснимали. Немножко там. Вот сегодня ровно 12 лет, как нет дедушки нашего. И мы ездим в этот день. Вот сегодня еще вдобавок праздник. Все отдыхают на дачах, шумно, жарко. Вот здесь у нас рукола насеялась сама, выросла. Вот. Мы уже, кстати, дрова вон перенесли. Здесь у нас они были. Были они вот здесь вот. Дрова. Мы их перенесли, поскольку тот участок, не помню, я во влоге говорила или нет, тот участок мы продали. Вот теперь там другие люди. И с того участка мы все переносим. Уже вот они свои бочки поставили тут. Вот. И получается, что им отделяет, мы отдаем им гараж и баню. Вот. А сарай вроде как тоже ихние, но они остаются нам. Они согласились так. Потому что нам без сарая, души, туалета будет очень сложно. Хоть что-то нам. Уже и машину и так ставить некуда. Она то около дома стоит под санцепёком, то в посадке стоит. Вот. Такие у нас дела. Димочка спит, утомился на машине. Ездили, устал. Сад. Ну, хотя бы нам остался сад. Еще вот соседи там у нас. Вчера мыли плитку, они 3 часа. Не знаю, зачем они ее мыли. Сегодня газон косят. Ну, хотя бы не так шумно. Дом большой какой там. Все стараются строить все время большие дома, на большую семью. А в итоге в этих больших домах никто не живет. Здесь вот тоже дом большой. Внизу несколько комнат, а наверху одна. Тоже в итоге никто не стал жить. Яблочки, кстати, уже, смотрите, яблони сбрасывает яблоки. Лишние. Я, кстати, в каком-то ролике про яблочки рассказывала или в влоге. То, что делать так вот по 2 яблочка, то одно можно убирать, потому что она его потом все равно скинет, чтобы она на него не тратила силы. Убирается вот самый маленький, потому что 2 они вместе все равно не будут. И она отбирается вот так вот. 2 не будут все равно расти. Некоторые, бывает, она сама откидывает. Дотрагиваешься до них. Нет, не рву. Пошла я за мятой. А, ну, в принципе, пойдемте с вами. С вами дойдем сейчас. Короче, все. Здесь у нас мята растет, кстати.
Мята. Мята, потом мы еще собираем смородину, листочки. Где-то там вот столько. Потом вот листочки, вот они, смородинки. Ветерок сегодня немножко у нас. Вчера мы, кстати, рыбку коптили. Надеюсь, ролик не удалился. А то мне такое бывает, то, что ролики удаляются. Вкусная очень рыбка получилась. Но поскольку щепа была ольхи, батюшки, кто-то ко мне бежит. Ой, ой, кто это? Ой, ой, крокодил. Крокодил здесь у нас водится, ходит. Бачит тут. Груша опять болеет, что ли? И сейчас я пойду жасмин рвать. Жжж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 
Давай. Сам видишь? Автомат стрелять. Вот. Перебинтован. Вот, видишь? Нажимай на курок. Вот на курок. Автомат, тут он вообще видишь? Обрадовался. Вот, еще раз. Сильнее надо. Автомат. Тру-та-та-та-та-та-та. А ему кнопочки, все кнопочки нажимать. Пляшка какая-то. Вон они какие малюсенькие. Кошка там ловит кого-то. Где? Вон, под грушей. Ящерица. А вот еще. Ух ты, смотри, как собратый. Сколько всяких запчастей. Даже не знаешь, как приспособить. Колеса. Сколько? Сколько? Сколько, слышишь? Сколько тут всего? Сколько? Сколько много? Сколько много? Сколько много. А где машина, Дим? Покажи мне машину. Какая у тебя есть машина? Покажи мне машину, Дим. Где машина? Что, потерял машину? Какая машина? Машинку любую покажи мне, любую. Машинка где у тебя? Что ты? Что ты взял? Что-то ты потерял, да? Маленькая мурашка. Ну расскажи, что это ты такое тут нашел? Расскажи мне. Расскажи на камеру. Дим.
Привет. Дима? Что нашел, Дима? А ее из рук не отпускает. Как самолет летит, Дима? Покажи еще раз. Че ты его падаешь? Вот он. Да? Ой, поймал. Поймали. Давай, Дим, ты теперь.